Всем привет! Мы между падом и лесомином. Время 9:30. У меня две корюшинки, 4 лунки. Товарищ успел поймать уже одного себя. И больше нифига. Сидим. Тишина. Вода продолжает прибывать. Что не скажешь про улов. Сюда? В эту сторону? Или обратно? Видимо, что-то ему... Что-то его сюда тащит? Туки-туки, мои скинтуки, показывайте ваши большие уловистые штуки. Вон они. Да, Юра Хапуга. По-другому не назовешь. Всех обловил. Да нифига не клюет, так что делать-то? Ну, рассказывай нам. Так песни. Что рассказывать, вот. Вот. Вот, все стоят глухо. И смотрят друг на друга. Глухо. Пойдем посмотрим, что у Андрюхи, раз у тебя глухо. Туки-туки. Закрыт, я так вижу, ты сурово. Ничего себе, больше всех поймал. Даже не знаю. Два сходика. Фу, накурил тут, блин. Это не я. Это мужики. Да, приходили, покурили. Ну что думаешь? Что думаешь? Вода прибывает еще. Прибывает, может, на маних еще. Хорошо. Ладно, все.
У него вообще, смотри, офигеть вон. Он всех обловил. Он хитрит. Да. А там до сих пор копаются, видишь. Да. Понял. Никого у меня не было, никаких ошкарев. Что, сходил на улицу, посмотрел у ребят. Че, ничего. Не клюет пока. Вода прибывает. Пока потихоньку. Может остановится, может поклюет, половим, не знаю. Торопиться нам некуда пока, вроде. Так что вот так. Техники к нам подъехали, ребята. Юра, что, поймал, что? Две корюшины. Ничего себе, он опять поймал две корюшины. Обнаглел ты. Так а что делать-то? Что делать-то? Третьяков он ловит. Да. Ловит падла ФРГ. Сейчас мы его... Только распутался. А что у тебя было-то? Пять корюшин запутали удочки? Да. О, блин. Пока распутался. Ну вот видишь, пошел. Ты не уходи от него. А то он это самое без тебя ловить не сможет. Да понятно. А у Андрюхи допинг забрали. Он больше не поймает. Конечно. Ладно. Блин, пока Санька сидел, клепал. Так, ну чё? Первый час. Рыба не ловится, не растет кокос.
Вот Юра у нас любуется на солнце. Вот оно, наше северное солнце. Че, Юра, как ты домой-то поедешь? А вот куда? А смотри, там вон какие-то фары горят. Одни на нас идут, одни вот, видишь, поехали. Объезжают всю слякоть. А эти вот прямо поехали? И объехали около леса, берега. Это вот те? Вон те, которые... А эти? А эти вот туда поехали. Вот я и смотрю, как они поедут. Чтобы нам спокойно уехать, без приключений. Да, ребята, сегодня подавало вкус. Но они вроде нормально идут. Вот я и говорю, что надо будет. Я и смотрю, что по их следам. Если следы не заметет. Не, а что их заметет? Все равно след будет. Так, самые терпеливые остались. Самые ждут, когда вода повернет. Она пока стоит. Один Андрюха только ловит. 5 сигов. Кто зачем ехал? Но он ловит, потому что пьет. А мы не пьем и не курим. Здоровый образ жизни ведем. У меня вообще ничего и ничего. Я за рулем. Ну ничего, я отыграюсь когда-нибудь.